привет. Меня зовут Назар Давыдов. Человек, который вам нужен, особенно в курсе. Смотрите в этом выпуске. У вас вообще номеров уже? Душ поменьше с ванной. О, какой красивый вид. Сюрпризы мы не любим. На месяц снимать есть какие-то скидки? Все пропитано стариной. Привет, друзья, меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. Мы с вами будем осматривать отель Виста, который находится в старом городе Калиичи, прямо в Анталии. Мы пришли в бутик-отель, Мехмед любезно сказал, что привет. Можно посмотреть. Вот, привет, знает русский язык. Я знаю по-русски. Вот, идем посмотрим. Сколько у вас номера стоят? 11, комната есть. Это комната 2. То есть стандартная комната, сколько лир? 200 лир. 200 лир. Сейчас. Вот сейчас, в это время, около 200 лир вне сезон. Вот сезон мы идем. Другой. Да, сезон будет дороже. А сколько будет сезон? Сезон 400 лир. Сезон будет 400 лир. Вот мы по таким улочкам заходим. Свит комната. И вот свит комната. Сколько она стоит? Это 350 лир. 350 лир. Два человека. Ага, на двоих человек. Сейчас посмотрим, какой вид. Вид, наверное, на улочку. О. Видно на улочку. Да, вон видно улочка. А есть у вас с видом на море? Комната нет с видом моря, только ресторан с видом моря. Ага. С видом гора. Ага. Вот такая вот. Такой вот у них телефон с красивой девушкой. Вон. Там апельсинчики прямо видны. Вон. И старинные. Вот такая вот. Сейчас с тобой смотреть. А, апельсин прямо лежит. Прямо здесь лежит. Ну, приятно. Пора. 15 лира. 15 лира. Угу. Вот так вот выглядит ванная. А у вас горячая вода есть? Горячая вода есть, ванна есть. Всегда есть, все без перебоя, да? Вот так вот это все выглядит. Есть все атрибуты, как в отелях. Есть и шампуни, и мыло. Вот так вот выглядит очень симпатично раковина. О, в принципе, достойно. Очень такие интересные светильнички. Кондиционер. Все есть. Телевизор. А у вас на каком языке? Телевизор, аурка есть, русский есть. И русский язык. И на всех языках, короче, на русском чай тут будет. Ага. Ага. О, сейф есть. Бесплатно, интернет бесплатно. Ага. Завтрак. Да. Только комната или завтрак. Это можно с завтраком, можно без завтрака. Без завтрака. А можно? Сколько завтраком стоит? Бесплатно. Бесплатно, да? Бесплатно. А что туда входит на завтрак? Завтрак что есть, что хочешь. А, то есть как шведский стол такой, да? Да? Ага. Вот. Это общий холл, я так понимаю. Здесь можно сидеть, играть в окей, турецкую игру. Продвон есть, видите, нюансы. Мы все подмечаем. И вот стандарт. Это уже попроще на троих человек. Тем не менее, мы вот видим, все необходимое есть. Ага. Вот. Уже душ поменьше с ванной. Мы видим такую же интересную раковину. Телевизор, все есть, везде есть, да, интернет есть и телевизор. Интернет, да? Телевизор. Ага. Отлично. Все спальное белье, все есть, все чистенькое. Вот давайте посмотрим. Вон. Да, чистота. Хорошо. Вот сейчас видите, из окна покажу. Вот так встаете, так. А, ну-ка, что у нас там сегодня? Раз. И вот эта улочка, по которой проходят туристы. И везде, везде бары, рестораны. Сейчас будет сюрприз. Налево, пожалуйста. Куда? Лево, право? Налево. Лево. Вот тут катакомбы. О, вид, я вам покажу вид сейчас. Вон, можно из таких катакомб, вон, выйти, посмотреть, как раньше оборонялись. Вон, видите, вот такое открытое. То есть это реально историческое место. Здесь пушки вот, стояли. А вот там, кстати, есть туалет. Сейчас пойдем посмотрим ресторан. Посмотрим цены на основные блюда и прикинем, сколько это может стоить сейчас и высокий сезон. О, и тут такая шикарная терраса. Вон, вот здесь вот очень красивый парк, я знаю, может спуститься, очень красивый парк. О, какой красивый вид, Рамазан. Класс. Да, здорово.
А кто у вас тут больше всего отдыхает? Из каких человек? Русские, да? Что русские больше всего тут любят делать? Они ездят на кораблика кататься или сидят, выпивают? Корабль, плавают, отдых. А бухают? Бухают? Нет. Чуть-чуть. Ясно. Люди много есть турецкие сейчас, арабия, русские, германские. Ага. Но в этом году, как вы думаете, будет больше отдыхающих или меньше? Очень большой отдыхающих. Больше, чем в прошлом 10, году, да? 15 день, 20 день, одно место есть. Вот такой вот красивый очень парк. Он подсвечивается там. Церковь 100 метров. Что 100 метров? Церковь. А, церковь 100 метров, да. Там есть у меня на канале видео с отцом Михаилом. Вот я снимал, в церкви там находится. Действительно очень красиво все тут расположено. И церковь есть, и мечеть есть. Очень толерантно. Так, давайте, сюрпризы мы не любим. Да. Сейчас походим, посмотрим. О. Да. Да, здесь вы можете, если попадете сюда, не только отдыхать, но еще окунаться в историю. То есть вон вы можете смотреть. Рыбный ресторан, вот отсюда, смотрите, какой шикарный вид. Вон, там кораблики выходят где-то, сколько стоит примерно, лир 15, да, на кораблике покататься? 15. Где-то около 15 лир покататься на таком кораблике, где-то часовая прогулка. 40 минут. 40 минут, и можно покататься, а при желании вы можете отдельно заплатить денег и там кататься хоть целый день. Если у вас большая компания, зафрахтовать и кататься. Вот посмотрите, как это выглядит все с высока. Это на внутренний дворик. Это же раньше крепость была, здесь оборонялись, да, оборона? Да. О, оборонные сооружения. Мы идем по секретным объектам, где раньше была оборона. О, да, красота. Очень красиво, да. Да. Маленький, уютный. И таких бутик-отелей достаточно много в Кличи. Поэтому, если вы сюда приедете, то в любом случае, я думаю, сможете найти место. Единственное, вот, надо понимать, что есть низкий сезон и высокий. Вот в два раза обычно вне сезон дешевле, чем высокий сезон. Правильно говорю? Да, правильно говорит. Зима очень мало деньги, сезон много денег. Ага. Какой здесь, вы не знаете, самый дорогой бутик? Самый, не знаю. Ну, примерно они одинаковые, да, по цене? Одинаково. То есть где-то... Только здесь бутик-отель 7, ресторан 7, бассейн, извините, 7, море. Ага, только это, да? Да, только 7 на море, вот мы зашли именно в тот бутик, где вот, есть вид на море. Отлично. Наверху лифт есть. Наверх, чтобы подниматься, да. Мы только что оттуда пришли, так гуляли. А если, к примеру, на месяц снимать, есть какие-то скидки? Есть, конечно. Сколько? Например, если в августе приехать на месяц и снять там если большой номер. Если хочешь скидки, позвонить, пожалуйста. Вот я понял. Очень по-турецки. Здесь всегда можно торговаться, найти общий язык. Мне это нравится. С электричеством бывают проблемы? Бывает, да? Бывает. Чуть-чуть, да? Чуть-чуть. Ага. Вот. Так что тоже имейте в виду. Я тоже про такое слышал, и вот вам обязательно об этом говорю. А какие дополнительные услуги есть в вашем отеле? Например, там гида заказать куда-нибудь поехать? Нету. Нету. То есть вы можете встретить и привезти, отвезти? Только человек, если позвонить, трансфер есть. Угу. Так что, в принципе, вы можете здесь остановиться, и сразу много опций для вас будет в пешей доступности. Во-первых, это рыбный ресторан, во-вторых, большое количество всевозможных баров, ресторанов с видом на море. И, что немаловажно, вот Гюзель подсказала, можно зафрахтовать на катерок, который там базируется, и там за 15-20 лир доехать до Кемера в ту сторону, и там погулять, там большое количество дискотек, и Аура, ну, там много дискотек, Аура. Можно... Кристалл. Аура, Кристалл, Инферно. Так что те, кто любит движуху, там это все можно туда. Здесь сесть, поехать туда, а когда навеселились, обратно вернуться и вспоминать, смотря вдаль, как вы вчера отдыхали. И искать пиво. И вот, кстати, для детишек есть абсолютно бесплатное развлечение, горки, все безопасно. А как тут с безопасностью? Здесь бывают какие-нибудь драки или еще драки. Что-нибудь? Не бывает? Нет. Ага, хорошо. Вот такой вот холл с телевизором. Вот, очень такой маленький. А сколько у вас вообще номеров? Сколько их? 11. 11 номеров? 11. Идем, попадаем в такой маленький уютный дворик. Очень такой душевный. Отлично.
Вот все, все пропитано стариной. Вот такие. И идем смотреть ресторан. Да, ресторан. Мирова. Старый. О, как красиво. Смотрите, пожалуйста. Вот так это. Прямо отсюда можно наблюдать за приходящими и уходящими катерами. Папа должен завтрак есть. Здесь есть рыбный ресторан очень рыбный интересный. Ресторан. Это один из самых лучших ресторанов. Здесь клещи рыбных. Сейчас вам покажу, какие здесь цены. Куриная дыная 26 лир. Спагетти Неаполь 18 лир. Тарелки из разных видов продуктов 30 лир. Мясо в гюфче, вот это называется гюфче, 46 лир. Пицца микс 21 лира. Супчик томатный 14 лир. Чупра 32 лиры. Морской окунь леврек 32 лиры. И вот одна из самых больших тут, вижу, порций. Он такой вот кебаб с йогуртом 50 лир. Вот так все красивенько выложено. Турки это умеют. А покажите ваши цены, скажите, что у вас почем, какие есть блюда и сколько стоят. Чтобы вы знали, сейчас мы вам покажем. Тоже рыба есть. Есть рыба, да? Рыба тоже есть. Ага. А сколько стоит? Сколько стоит? 60 лир. 60 лир порция, да? Порция. Это леврек или... Нет, какая? Это леврек, нет, чупра. Чупра. Да, чупра. Ага. Вот. Очень вкусная рыба, да, в Турции ее очень едят. А с одной порции можно наесть, да, она большая? А вот мы спрашивали про рыбку за 60 лир. Вот она выглядит вот так вот. И я смотрю, алкоголь есть, да? Алкоголь, все есть, водка, виски, коньяк. Сколько водка стоит? 20 лир. 20 лир 100 грамм. 100 грамм. 20 лир, 100 грамм. Ага. Так что вот можно сидеть, выпивать и смотреть на эту вот красоту. Это же все старый, да? Это все это старый исторический город, старый город, да? Угу. То есть вы прямо среди истории сидите и выпиваете, смотрите на море, и вон там горы, и вот там где-то Конь-Алты находится. Красота. Цезарь салат 27, гамбургер 27, пиво, тарелка под пиво 29, фетучини Альфредо, это, наверное, макароны, я думаю. Пицца 30-30, цезарь врап 22. В принципе, на цены ресторанные. Как, ну, и в городе. А вид вон какой. А вид за, стоит, да, платить за вид. Да, да, да. Да, вид того стоит. Да. Вот так выглядит здесь все. Молодцы. Хорошо нас приняли. Вот такой вид. Ну, друзья, Виста и ресторан, и отель, бутик. Очень такой милый. Еще раз покажу. Вот вход. Какие у меня выводы? В целом все очень хорошо. Но надо понимать, что здесь цены очень такие... Ну, не супер высокие, но и не дешевые. Но для отдыха вполне нормально. Что я заметил, то что не совсем все новое, такое поюзанное изрядно. Вот, но персонал очень приветливый, это радует. Вид шикарный, это второй плюс. Цены выше среднего, но можно поторговаться. В принципе, это не хорошо, не плохо, это бизнес. Поэтому, в принципе, я не буду давать этому оценку. По поводу интернета, я вот попробовал сделать замеры. В принципе, интернет, как и везде, достаточно невысокий. Поэтому имейте в виду, если вы будете пользоваться интернетом, вам хватит отослать, принять письма. Но юзать интернет по полной, как многие привыкли в Украине, в России, вот здесь не такая большая скорость. Как по мне, плохо то, что можно заблудиться, пока ищешь этот бутик-отель. Хотя это будет относиться, наверное, ко всем отелям бутик, который находится в Клещи. Мало указателей именно на тот отель, который вам нужен. Поэтому, если вы будете заранее договариваться о том, чтобы вас где-нибудь встретили, то договаривайтесь таким образом, чтобы вас встречали в каком-нибудь общепринятом месте, при этом возле ворот Адриана. Так что могу смело рекомендовать хороший отель. Ну, а остальное делайте свои выводы. Будут вопросы, пишите, звоните, поможем, расскажем. Жель, спасибо большое за то, что помогла мне сделать обзор этого отеля. Диндунде, масаляме, гайдо, гилегиле. Ну, наконец, просто чао, друзья. Пока. Пока-пока. А здесь привидения есть? Нет. Нету? Нету. А вот наши коллеги, вот. Тоже ходят с всевозможными атрибутами, с освещением.